Привет, друзья! В ходе визита министра обороны России на предприятие АПК в Тульской области в НПО «Сплав» впервые была замечена новая российская бикалиберная РСЗО «Возрождение». Мы уже рассказывали об этой бикалиберной РСЗО, но кадры с настоящей установкой появились впервые. Судя по видео, возможно, РСЗО «Возрождение» будет точной копией российской машины минирования земледелия. На ней будут просто менять пакет с ракетами, как показано на видео, так как визуально она является копией машины минирования земледелия. Подробнее о ней в ссылке на видео в комментариях к ролику. Разработанная РСЗО «Возрождение» возможно снизит в российской армии количество платформ с РСЗО. Также создание данной машины позволит ускорить перезарядку РСЗО. Предполагается, что новая РСЗО сможет использовать 120 и 220-мм снаряды огнеметных систем ТОС-1А, ТОС-2, РСЗО «Ураган», РСЗО «Град» и машины дистанционного минирования земледелия. Как видно на видео, производство бикалиберной РСЗО «Возрождение» достаточно быстро освоили, и уже есть готовые боевые машины. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.